Всем привет, с вами Дневник Путешественника, и с началом лета хочется поделиться с вами отзывами об отелях, которые больше всего в это время пользуются популярностью. Конечно же, это турецкие отели, которые уже давно полюбились всем туристам. Начнем, конечно же, с тех отелей, которые могут предложить идеальное соотношение цены и качества обслуживания. В первую очередь это будет отель Мирамаре Бич. Он расположен в поселке Кимиклой, всего в 5 километрах от исторического центра города Сиде. В то же время вы находитесь за городом и, в принципе, в достаточно зеленом месте. Территория отеля хоть и компактная, но очень зеленая и грамотно разделена на зоны. Все очень чисто, отель новый, стильный, я бы даже сказала инстаграмный. На территории есть 3 бассейна, основной бассейн, отдельно стоящий бассейн для деток, что значит чужие дети не будут у вас путаться под ногами. И третий бассейн, отдельно стоящий в пальмах, это бассейн с небольшим аквапарком. По всей территории есть небольшие зоны с гамаками, лежаками для релакса. Еда – это, можно сказать, основная фишка отеля. Основной ресторан работает 4 раза в день на 2 завтрака, обед и ужин. В течение дня есть масса перекусов в барах у бассейна, в баре на пляже. Также деткам раздают мороженое Мувенпик. Для взрослых сделали отдельный пивной бар с закусками под открытым небом. Система «Все включено» располагает не только алкоголем местного производства, но и импортным, включая виски, там, Black Label, Chivas, Martell. Для девушек всегда есть несколько видов вина. Очень нравится туристам фишка завтрака. Это стол для приготовления яичницы, который подъезжает по очереди каждому туристу. Вы не будете стоять в очередях бесконечных на завтраке. Что касается выбора по питанию, здесь он огромный, включая сыры тоже импортные, рокфор. Есть всегда несколько видов мяса, несколько видов рыбы и белое, красное, свежевыжатые соки на завтрак. Перед вами стандартная комната, рассчитана на троих взрослых, причем для третьего человека есть полноценная кровать. Площадь номера 30 метров. Здесь вас ждет набор для приготовления чая, кофе, водичка по приезду. Конечно же, своя брендовая косметика и красивый вид на всю территорию отеля, частично на море. Сейчас перед вами мой самый любимый тип номера, это Superior Room. Они бывают двух типов в зависимости от расположения, в основном здании или в отдельностоящих домиках на территории отеля. Мне больше нравятся те, которые в отдельностоящих домиках, потому что их терраса со своим джакузи и зоной отдыха расположена, так сказать, в личном саду. Во всем остальном площадь номера всего на 2 метра больше стандарта. Конечно же, тоже есть набор для приготовления чая, кофе. Есть халаты, тапочки и индивидуальные наборы косметики полноценные. Конечно же, переходим к самому главному. Это пляж Уно отеля, частный, длиной 140 метров, с идеальным песочком, пологим заходом в воду. Пляж полноценно оборудован баром, новыми лежаками, новыми матрасами, полотенцами. В баре на пляже также сервируют закуски в обед, пиццы и все типы напитков. Поэтому отель идеально подойдет как для просто отдыха молодежного, так и для отдыха самыми маленькими детками. Отдельно по деткам хочу отметить, что есть вся необходимая инфраструктура. Это и мини-клуб, и клуб для тинейджеров.
также детская анимация на открытом воздухе, игровые комнаты и мини-диско. Надеемся, это видео стало для вас полезным, поможет вам выбрать идеально подходящий именно для вас отель. Если остались вопросы по этому отелю, оставляйте их в комментариях под этим видео, обязательно на них ответим. Также будем благодарны, если вы поддержите нас лайками под видео, а также подпиской.